Обязательно попробуйте этот десерт из бананов. Вам понадобятся яйца, бананы, сливочное масло, соль, сахар, разрыхлитель и мука. Сначала взбейте яйца с сахаром, добавьте сливочное масло, пюре из бананов, соль и разрыхлитель. Затем всыпьте муку и смешайте до однородной массы. Распределите тесто по формочкам или используйте одну форму. Выпекайте при 180 градусах 20 минут. Наслаждайтесь вкусными, влажными кексами с хрустящей корочкой. Полную информацию смотрите в описании видео.